батарейки из фикс прайса. Хотя если у вас есть дети, то данные батарейки очень сильно вас выручат. Купить можно в любом магазине фикс прайс. Сегодня мы будем обозревать такую вот чудо штучку. Это обычный тетрис, сделан в виде игрушки PSP-хи. Обычная китайская коробка из картонки, целлофанка, транспортировочная пленка присутствует на экране, а вот болтика уже нет. И вставляем батарейки, и вот чудо, неужели? Когда-то была очень веселая игрушка в детстве. Это конец 80-х, начало 90-х. Ну что, начнем. Музыка. Так, включение-выключение. И погнали. Переворачиваем. Ну и вот так вот как-то можно играть. Раньше те, кто имел такую приставку, были королями двора. Не то чтобы она там стоила дорого, хотя по тем временам на эти деньги можно было. Такая вот у нас приставка легенькая, компактненькая. Если куда-то ехать, то для ностальгии можно взять, попробовать с собой поиграться. Ссылка на данный товар будет в описании. На AliExpress есть огромный выбор разных приставок. Можно заказать любую. Вот. Подписываемся на канал, ставим лайки. Оставляем комментарии.